Уже второй год подряд вместо двухнедельных новогодних каникул россияне, в том числе и жители Ульяновской области, отдыхают в полтора раза меньше. Наша команда вновь вышла на улицы города, чтобы узнать мнение горожан областного центра по поводу укороченных праздничных выходных. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, changingly, oh Christmas tree, how richly God has decked thee.